Приветствую вас. Как я понимаю, поговорить вы хотите с человеком о том, что волнует вас. То есть, вот вы поцеловались с ним после того, как недавно увиделись. И продолжайте общаться так же. То есть ничего не изменилось. Наверное, первый вопрос, он будет к вам. Это вопрос такого рода. Вы говорите, что первый раз увиделись, он пытался вас поцеловать. Вы его отвергли, так как отношений между вами не было. Далее, недавно вы увиделись вновь. Вы не раскрываете никаких особенностей того, собственно говоря, как вы увидели. То есть, общались ли вы в этот перерыве между, или не общались. А если общались, то как? И вот это все не очень понятно, если честно. Дальше. Теперь по поводу того, о чем поговорить. То есть, ну вот вы хотите, да, поговорить с мужчиной. Собственно, вам здесь думать-то вообще-то, ну, не нужно так прям уж сильно слишком о том, как с ним поговорить. То есть, вот, на самом деле, ситуация, она довольно простая. То есть, вы хотите чего-то, правильно я понимаю? Вы хотите чего-то, и вот этого чего-то вы от мужчины не получаете. Вот, собственно, вам и нужно ему сказать о том, чего же вы хотите. Вам и нужно ему сказать, что он дорогой, там имя обязательно, я хочу там того-то с тобой. И, собственно, все. Больше вам как бы и не нужно ничего. То есть, возникает вопрос такой, на мой взгляд, очень справедливый и важный. А чего же вы боитесь-то так сильно, например? То есть, почему вы опасаетесь, например, мужчине говорить о своих желаниях? А почему вы стесняетесь, например, это говорить? Или я вот вас как-то, ну, неправильно понял, или, может быть, я ошибаюсь, но очень похоже на то, что вы боитесь с мужчиной разговаривать на эту тему, то есть на тему того, чего вы хотите. И возникает вопрос, почему, что заставляет вас бояться. Какие такие ваши страхи и сомнения в себе не позволяют вам выражать свои желания? Понимаете, если вы не будете это делать, если вы не будете выражать свои желания, то у вас достаточно серьезные проблемы будут в отношениях вообще. Потому что без выражения своих желаний, без грамотного донесения их до человека нельзя рассчитывать на то, что у вас собственно что-то получится. Нельзя рассчитывать на то, что ваши отношения будут развиваться гармонично. Понимаете? И вот этот момент, он очень важен. Что останавливает вас? Какая неуверенность? Может быть, чересчур большая важность молодого человека именно для вас.
Может быть, вы чего-то боитесь в случае, если потеряете его. Ну, или что-то еще. То есть, вариантов-то много. А с этими вариантами нужно разбираться, смотреть, что это за вариант. Реально. И каждый из этих вариантов я специально называть не буду, можно было их перечислить, но не буду этого делать. Так вот, каждый из вариантов нужно отдельно смотреть. Что-то, если заставляет вас вести себя так, ну, это, в принципе, как бы, ну, это, в принципе, ваше право вести себя так, но вам же не нравится. Вы же хотели бы по-другому. Вы же хотели бы, чтобы ситуация складывалась иначе. В данный момент вы переживаете фрустрацию. И, соответственно, чтобы фрустрационных процессов не было, необходимо грамотно отстаивать свою позицию. Может быть, мужчина даже и не знает о том, что вы чего-то хотите. Может быть, мужчина даже не представляет себе, что у вас есть какие-то желания. Понимаете? И он, естественно, этого не знает, потому что вы это ему не донесли. Вы не донесли до него того, что вы чего-то хотите, понимаете? И до тех пор, пока вы не донесете, откуда взяться, вот, ну, откуда взяться у мужчины, собственно говоря, пониманию того, что вам нужно. К сожалению, неоткуда. Вот поэтому вы и постарайтесь подумать, что вас все-таки напрягает, что вас, то не дает вам быть с собой. Вот так, я думаю, можно ответить на ваш вопрос. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались дополнительные, обращайтесь в личку, помогу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи.